завершаем эту историю. Я еду с бейсбольной битой. А я жду тебя. Да, Краснов ГИБДДшник. А я, между прочим, бейсболист. Да? Похож, да. А я ГИБДДшник тогда. Не очень. Пузико я втянул, ладно. Лист на ветру дрожит, ты тормозишь мой джип. Видишь, она лежит, и рожа у тебя довольная, Краснов. Да, ты на что ты попал? В двух расскажи словах. Ну? Вот на каких правах? Что, расскажи мне. Вот сзади лежит, в ногах, бита бейсбольная. А вам слово. Вот докопался, а? Давай. Честно сказать хочу, я с тренировки мчу, битою по мячу, трижды в неделю бью. Спортсмен. Я пред законом чист, просто я бейсболист. Нет, я не приколист, очень бейсбол люблю. Бита. Похоже на правду. В жизни случается, машины встречаются, и кто-то качается, а кто не совсем атлет. И вот один на один прет с монтировкой свин, и ты пожалеешь, блин, что биты бейсбольной нет. Бейсбольная бита, бейсбольная бита была мной случайно в машине забыта. Но хам на дороге подставил корыто. Совсем не случайно, ребята, бейсбольная бита. Когда вылезают братки из корыта, весьма пригодится, ребята, бейсбольная бита. Вот такие дела. Увидел. Могу. Счастливого пути. Получше. Хорошего дня. Будьте осторожны.